Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея. Над Максимом Греком был совершенно евангельским. Во-первых, его арестовали по той причине, что он выступал против развода Василия III с его законной женой, Соломонией Сабуровой. У них не было наследника. Митрополит Варлаам тоже не благословлял это безобразие. Но с него сняли сан, и как только его сослали, новый первосвященник русской церкви, Даниил, быстро помог князю. Соломонию обвинили в колдовстве и насильно постригли в монахини. А Василий Иванович взял за себя литовскую княжну Елену Глинскую, которая и родила нам Ивана Грозного. Во-вторых, надо же было что-то инкриминировать Максиму, помимо его несогласия с отступлением государя от правды Божией. В ход пошла ересь, шпионаж в пользу Турции, как афонский монах Максим был подданным султана. Были лжесвидетели. «Подали на тебя запись», — говорится в протоколе суда, — протопоп Афанасий да протодиакон Иванчушка, что ты нашей земли русской святых книг никаких не похвалишь, а сказываешь, что на Руси книг никаких нет, ни Евангелия, ни апостола, ни псалтыри, а се протопопы пред тобою. И Максим с протопопы с очей на очи стал припираться. Вы на меня лжете. Я того не говорил. Я молвил, что иные книги переводчики испортили, а иные писцы, и их надобно перевести заново. Словом, вину Максима доказали с большим трудом, но осудили его на пожизненное заточение в Иосифово-Волоцком монастыре, отлучив от церкви. «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя, о том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, так как ты питала их духовную трапезу, исполненную дарований Святого Духа, то есть святоотеческими толкованиями боговдохновенных песнопений Давида, переведенными тобою с греческого на славный русский язык. Напротив, благодари владыку твоего, хвали и славь его сознательно, что он сподобил тебя в настоящей жизни временными скорбями воздать с избытком весь долг свой и те значительные таланты, какие ты была ему должна. Если так будешь всегда себя располагать и таким образом будешь стараться вселить в себя владыку своего, то радуйся и веселись, как повелевает Господь твой, ибо мзда твоя много на небесах». Максим Грек. По сути, это был карцер, где его морили голодом, холодом, темнотой, смрадом, грязью, и первые 6 лет не давали писать. Максиму было уже за 50. При не самом крепком его здоровье подобное содержание сулило верную и скорую смерть. А он еще был лишен исповеди, причастия, всех таинств. Но оставалась надежда, что Господь будет духовно поддерживать своего страдальца через вдохновение. И Максим начинает в голове писать стихи, складывать церковные гимны, книги, которые он верит, когда-нибудь найдут своего читателя. Тогда и зарождается повесть страшная и достопамятная о совершенной иноческой жизни, которая вошла в русскую литературу как повесть о Савонароле и рассказывала о временах, когда инок Максим звался Михаилом Треволисом. Флоренция – город прекраснейший,
и лучший из находящихся в Италии городов, которые я сам видел. В том городе есть монастырь, где живут монахи, называемые по-латински «предикаторы», то есть «божьи проповедники». В этой обители игуменом был некий священно-инок по имени Иероним, латинянин по происхождению и по вере, исполненный всякой премудрости и понимания боговдохновенных писаний и внешней науки, то есть философии. Подвижник великий и обильно украшенный божественной ревностью. Инока Максима Грека, повесть о Савонароле. Он обращался к народу с поучительным словом, пишет Максим, с высокой кафедры, стоя по 2 часа, иногда и дольше. И такое действие возымела эта проповедь, что большая часть города превратилась из последователей великой злобы в настоящий образец добродетели. Об одном только похвальном поступке, совершенном женщиной бедной, расскажу. Сын этой бедной вдовы, найдя на улице потерянный кошелек, в котором было 500 золотых монет, принес его матери. Но она не обрадовалась тому, что такой находкой сможет избавиться от крайней своей нищеты, но тотчас отнесла ее священному учителю Флоренции и сказала: «Вот, преподобнейший отец, возьми его, и, как знает преподобие твое, отыщи потерявшего кошелек и отдай ему, чтобы не скорбел неутешный человек». Учитель, подивившись правдолюбимому нраву, благословив, отпустил вдову. И однажды в церкви, окончив поучение, возгласил: «Если кто потерял деньги, пусть скажет об их количестве, назовет приметы кошелька, день пропажи и возьмет свое». Тогда предстал потерявший деньги и все это сказал. «Вот тебе твое, о юноша», — сказал учитель, «а убогую эту вдову, как хочешь, утешь, ибо она избавила тебя от большой печали, которую ты испытывал». Тот, вынув 100 монет, отдал ей с большой радостью. Однако другая половина города не только не слушалась игумена, но и была враждебна к нему настолько, что они замазали человеческим калом перила, на которые он привык опираться руками, изливая людям струи поучений. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Сами не входите и хотящих войти не допускаете. Говоря это без стеснения и еще более жестокими словами, осуждая почитаемого у них папу и состоящих при нем кардиналов, он подал повод к еще большей к нему ненависти. Приверженцы папы, избрав некоего генерала, послали его в город Флоренцию. Этот генерал вызвал проповедника в суд и подверг его мучительным пыткам. Когда тот дерзновенно отвечал на все ухищрения своего неправедного следователя, так что судья не мог признать его виновным, свидетели лживые выступили против этого преподобного и невинного наставника города их, высказывая против него самые тяжкие и неправедные обвинения. На основании этих обвинений неправедные те судьи к двойной казни присудили его и еще 2 священных мужей, учеников его. На виселице, повесив, разожгли огонь под ней и сожгли их. Максим Грек. «Я же настолько далек от согласия с теми судьями, — пишет Максим, — что с радостью сравнил бы погибших иноков с древними мучениками. Не от другого кого-нибудь слышал, но сам их видел и на поучениях их многократно присутствовал». Смерть Савонаролы произвела на него еще более яркое впечатление, чем его слова и жизнь. И вот отпрыск византийского старинного рода, блистательно образованный в лучших университетах Италии молодой литератор, чьи статьи уже публикуют в Венеции, становится послушником доминиканского монастыря святого Марка, того самого, где служил настоятелем покойный игумен Иероним. Правда, подвязался он там недолго. Новый генерал ордена запретил называть Савонаролу пророком, святым и даже просто говорить о нем, как о несправедливо казненном. А потому Михаил
оставил эту обитель и в 1506 году перебрался на Святую Гору, где и принял постриг. 10 лет инок Максим счастливо трудился и молился здесь с братьями, писал духовные поэмы, а потом прибыли на Афон послы великого князя Василия и попросили образованного монаха для исправления книг. Поначалу святогорского поэта приняли у нас с большой честью и поселили его в Чудовом монастыре. Ученых мужей такого уровня, сведущих не только в богословии, философии, но и в светских науках в Москве не было. К нему сразу стали ходить за советом, его тут же захотели заполучить каждый в свой лагерь, стяжатели и нестяжатели. Одни настаивали на том, что обители должны быть сильными и богатыми, вторые, что монахи должны отказаться от своих владений и жить собственным трудом. И Максим, конечно, встал на сторону нестяжателей. А кроме того, многие надеялись получить от него ответ на вопрос о надвигающемся в 1524 году втором всемирном потопе. Кремль был повально увлечен астрологией. И вот один придворный немец перевел на русский язык венецианский альманах с соответствующим прогнозом, который вызвал тогда панику не только в Москве, но и во всей Европе. Даже такой трезвый мыслитель, как Дюрер, видел во сне, как хлынуло с неба множество воды, как поток расплескался с великой силой и чрезвычайным шумом и затопил всю землю. «Я дрожал всем телом», — пишет он. Утром он сделал известный рисунок и написал в дневнике: «Боже, обрати все к лучшему. Господи Иисусе Христе, не отступи от Тебя. Созови снова воедино овец своей паствы, коих часть еще можно найти в римской церкви, вместе с московитами, русскими и греками, разделенными из-за насилия и алчности пап». Если вы, о человеке, сколь-нибудь верите во Христа и чаете воскресение мертвых и пришествие праведного судьи, пред которым и предстанут все люди, бывшие от века, и каждый даст ответ о содеянном им, даже и до праздного слова, как возвестил судья, то зачем вы, следуя звездогадательным обманам, проповедуете, не стыдясь, что скоро по всей вселенной будет потоп? Непреложное обетование и завет Создателя, которое он дал праведному Ною, вы признали как бы ложным, а гаданию злочестивого альманаха поверили? Максим Грек. Господь сказал Ною: «Когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». В этой же работе Максим признается, что и сам, много лет учась в Италии, был сторонником этой модной языческой лженауки астрологии. Но горячей проповедью Савонарола он был от нее избавлен. Солнцем и луной знаменуются дождь и засуха, холод и жар и ветры, а дела, касающиеся нас, нисколько. Если наш разум и воля, пишет он, находятся во власти зодиаков, которые влекут нас к добру и злу, то тщетна наша вера. Прочь закон, отбросим Евангелие, прекратим молитвы, все это излишне и бесполезно. Если дела наши совершаются по движению звезд, то значит мы принужденно делаем то, что делаем. А что по принуждению, то не признается ни добром, ни злом. А если мы ни добра, ни зла не делаем по своей воле, как подъеремные животные, то не заслуживаем ни похвал, ни наказаний. Судья же наш обещал наградить тех, которые окажутся добрыми по произволению, а не по принуждению, говоря: «Если кто хочет идти за мною, да отвержется себя и возьмет крест свой и по мне грядет». Говоря так, Создатель нашего естества ясно показал, что от нашей свободной воли зависят добрые дела и злые, ибо сказал:
если кто хочет, а не сказал, да отвержется владеющий им силы. Если бы он знал, что это зависит не от нашей власти, то ясно сказал бы, если кто может следовать за мной. Максим Грек. Против тех, которые силятся посредством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле человека. Узнали мы, пишет живший тогда в Москве австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, что по просьбе великого князя патриарх Константинопольский прислал одного монаха именем Максимилиана, чтобы тот привел в порядок и исправил все книги, каноны и постановления, относящиеся к вере. Когда монах сделал это и, найдя многие и важные погрешности, объявил государю, что тот настоящий схизматик, не следующий ни римскому, ни греческому уставу, то вскоре после такого заявления, хотя государь до тех пор был к нему весьма расположен, монах, как говорят, исчез и, по мнению многих, был утоплен. Очевидно, в какой-то момент князь и митрополит решили, что слухи вокруг истории с Максимом вредят их и без того подмоченной разводом репутации. И потому затеяли в 1531 году повторный, уже более громкий процесс. Новых обвинений почти не было, разве что в отсутствие покаяния. Максим говорил, что заключили его без вины и что ни одного греха он за собой не знает. И еще припомнили ему симпатии к нестяжателям. На основе нескольких грамматических ошибок, вполне извинительных при недостаточном знании языка, его опять обвинили в ереси и оставили старый приговор в силе. Но реальное положение узника улучшилось. Его перевели в Тверь под начало архиепископа Акакия, а это был человек терпимый и мягкий. И вопреки формальному запрету он позволил Максиму снова взяться за перо. Приими, владыка, преблагой утешитель, худое сие моление от человека грешного и осужденного. И прости мне согрешение мое, вольное и невольное. Освети мою душу и тело, и даруй мне искреннее покаяние, сокрушение сердца моего и смиренно мудрее, кротость же и тихость, разум же и художество духовное, со всяким благоразумием, благодарением и терпением совершенно. Эту молитву Святому Духу Максим писал еще углем на стене своей новой темницы, до того, как Акакий, вслед за разрешением творить, догадался послать ему и бумагу с чернилами. А уж после на свет вырвалось все, чем жил в годы молчания поэт, и поучение, и обличение. В июле 37-го сгорел Тверской Кремль и Кафедральный собор. И Максим произносит удивительное пророческое слово, как бы от лица Тверского архипастыря, не совсем понимающего, что произошло, он спрашивает Бога, за что он прогневался на рабов своих. Ведь они беспрестанно отмечали церковные праздники с пениями боголепных священников и шумом светло-шумных колоколов. А Создатель на это кротким глазом так отвечает. Вспомните, какое благолепное пение, с каким благозвучным звоном обильно совершалось мне каждый день в греческом царстве. И погибло внезапно, потому что, оставив упование на мои щедроты, они приписали все звездам и здоровье, и обилие плодов. Побежденные златолюбием возненавидели правосудие, оправдывая за деньги преступника. И в священный сан возводили не тех, которые сего достойны, но кто принесет наибольшую мзду, того и ставили учителем над моими людьми. Письмо узника было жестким и говорило, что православие на Руси не так уж далеко пока ушло от языческого обряда верия. И владыка Акакий имел мудрость и мужество читать его вслух. И в благодарность не он ли ходатай
человек, как пишет Максим, расположенный ко мне, помог ему отправить послание к митрополиту Даниилу о примирении. Как учитель веры и ученик кратчайшего Иисуса, говорящего «научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем», уничтожь многолетнее негодование свое против меня и яви мне, бедному, святую любовь, повинуясь судье, который говорит: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не отпустите каждый брату своему от сердец ваших прегрешения их». Страшно это слово, честный отче и владыка. Если в чем я согрешил перед тобою своим непослушанием, прости меня, Бога ради, чтобы тебе и самому сподобиться от Бога прощения и благословения. Максим Грек. Звезда митрополита Даниила закатилась еще хуже, чем взошла. После смерти князя ему пришлось выбирать между партиями в войне бояр, и он ошибся. Но прежде чем его заточили в Иосифо-Волоцкий монастырь, владыка успел принять участие в убийстве брата покойного Василия, Андрея Старицкого. Даниил зазвал его в Москву на верную погибель, уверяя, что берет его на свои руки и грозясь отлучением за непокорность. Максим написал новому митрополиту московскому Макарию: «Прошу от вашей великолепной светлости, да сподобите меня причаститься пречистых и животворящих христовых тайн, их же непричастен пребываю лет уже 17». «Узы твоя целуем, как одного от святых», — ответил Макарий. Но осторожно посоветовал обратиться с этой просьбой к тому, кто их налагал, к владыке Даниилу. А Даниил предложил испросить причастие под предлогом смертельной болезни. «Сокровенно и с ложью причащаться божественных тайн», снова пишет Максим Макарию, «не научен от святых апостолов и преподобных отцов». И тогда Макарий снял неправедное запрещение уже своей властью. Но до выхода из темницы оставалось еще 5 лет. Александрийский патриарх и патриарх Константинопольский прислали Ивану Грозному грамоты с просьбой освободить учителя православной веры Максима и отпустить его на святую гору Афон. Иван Васильевич позволил учителю свободно жить в Троице-Сергиевой лавре, но за границу, не желая ненужных мемуаров, не выпустил. В ком возгорится огонь ревности по Боге, того он заставляет презирать не только имение и приобретение, но и саму жизнь. Свидетельствует о том сам Господь, говоря: «Желанием возжелал сию Пасху есть с вами». И это он сказал, потому что желал, как человек, принять смерть во славу Бога Отца своего, ради спасения людей. И узник Павел говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Преподобный Максим Грек. Повесть о Савонароле.